Фестиваль уличного кино – один из самых необычных и продолжительных. Проект стартовал 29 июня и продлится до сентября. В рамках мероприятия летние площадки превращаются в кинозалы, где все желающие могут посмотреть короткометражные фильмы российского производства. В этом году к фестивалю впервые присоединился Центральный парк города Видное. Очень приятно в парке вечером под открытым небом смотреть кино. Если бы было регулярно, конечно, посещал бы. Потому что такой формат проведения весьма нравится. В парке был организован небольшой кинотеатр под открытым небом. Расположившись на удобных мягких креслах, зрители посмотрели 9 картин участников фестиваля. Среди них режиссерский дебют Александра Петрова и фильмы с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров российского кинематографа. Подготовка шла. Сначала выбирали очень долго всей командой фильмы, загружали, перегружали. В последний момент поняли, что флешки не работают, заново все это перезагружали. Вот. Ну, потом придумывали, куда поставить экран. Было 2 варианта, но все зависело от погодных условий, от солнца. В итоге остановились на подиуме. Видновчанка Ирина Дубровская узнала о фестивале из афиши в парке. Хорошая идея организовать просмотр на свежем воздухе. Достаточно легкие фильмы и все-таки, наверное, с воспитательным эффектом, я все-таки думаю так. После просмотра всех фильмов участников прошло зрительское голосование. На протяжении этого месяца в каждом городском округе Московской области проходит данный фестиваль. Соответственно, одни и те же фильмы показываются, зрители голосуют, потом лучший фильм выберут. И приз, по-моему, 1,5 миллиона рублей, если не ошибаюсь, за лучшую работу. Фестиваль уличного кино дарит молодым режиссерам уникальную возможность показать свои работы сотням тысяч людей и получить непредвзятую зрительскую оценку. А для посетителей сеансов – почувствовать себя настоящим экспертом в области короткометражного кино и просто интересно провести летний вечер. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.